Здравствуйте! Сегодня я буду готовить очень простое блюдо и, я думаю, многими любимое – тушеную капусту. Для этого я подготовила капусту, морковь, томатный сок, сахар, соль и перец, лавровый лист, растительное масло для жарки. Начну шинковать капусту. Чтобы было удобно, сначала я ее разрезаю напополам и мелко нарезаю. Чтобы соломка была не длинная, я все время кусочек капусты вот так вот поворачиваю. На крупную терку натираю морковь. Обжариваю капусту на растительном масле. Вся капуста не поместится, поэтому, когда она усядется, добавлю остальную. Капусту я уже всю добавила, и она осела. Добавляю морковь. Аккуратно перемешиваю. При необходимости добавляю растительное масло и постоянно перемешиваю, чтобы капуста наша не подгорела. Капусту солю по вкусу. Перчу. И перемешиваю. Капуста начинает слегка поджариваться, поэтому нужно ее перекладывать в кастрюльку. Теперь в кастрюльку я наливаю томатный сок. И немножечко воды из чайника. Перемешиваю. Еще немножечко подсаливаю, так как я добавляла воду. И нужно подсахарить. Перемешиваю. Накрываю крышечкой, и на тихом-тихом огне наша капуста будет томиться. Капуста наша тушится уже минут 15. Добавляю лавровые листики. Вот на этой стадии приготовления при желании можно добавить обжаренный лучок и сладкий перец. Капуста готова. Выключаю огонь. Капусту я выложила на блюдо, и ее можно уже кушать. Такая капуста хорошая и в горячем, и в холодном виде. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А сегодня до свидания, до следующих встреч!